Добрый день. От компании «Мон платил» среди людей, в том числе и в Иерусалим тоже. Что в первую очередь связано с этими местами у многих людей? На первую голову приходит, наверное, вера. Правда? Храм, в котором огонь, и дорога, в которой тысячи, миллионы верующих идут дорогой Христа. Почему я об этом говорю? Потому что все мы, а мы неверующие. У Караваджо есть такая картина, очень реалистичная, где святой Фома, один из 12 учеников Христа, не верит ему, что он воскрес, пока до него не дотронется, пока до его ран и не убедится. Так что вы, я думаю, такие же, как и я, неверующие Фомы, потому что уж мне бы в голову не пришло, что я могу выиграть какой-то конкурс. Мне всегда казалось, может быть, так же, как и вам, что это удел каких-то приближенных, знакомых, родных. Вот это, оказывается, это не так. Я выиграла путевку. Я поеду в августе, и это здорово. Я, знаете, это здорово даже не то, что мне это выпала удача, это здорово то, что я хочу сказать и вам. Все возможно. Есть, вот знаете, моя любимая книга «Мастер и Маргарита», у Булгакова там Воланд, дьявол, говорит о том, что вы, что верите, так оно и будет. Я даже не верила в это, а у меня стало больше гораздо, чем то, что я верила. Я вот вам тоже желаю того, чтобы вы поверили, или просто удача даже без вашей веры вдруг вас подстерегла, так же, как и меня. Что для этого надо, девочки? Вот вам когда-нибудь позвонят, скажут, мы вас приглашаем на бесплатную презентацию косметики «Мон платил». Вы придите, выберите времечко, придите, вдруг вы тоже так же, как и я, выиграете. Желаю вам этого искренне. С вами разговаривала с уважением Надежда Крылова из Санкт-Петербурга.